Всем привет, вы находитесь на канале HardRest.info, и в этом видео мы покажем, как показывать данные о Royal Pass в игре PUBG Mobile. Для того, чтобы это сделать, нажимаем на нижнюю стрелочку, настройки, свайпаем вниз, приватность и соцплатформы, свайпаем вниз. Можно включить или отключить. Разрешите остальным просматривать ваш профиль Royal Pass. И выбор расцветки самолета. На этом все. Спасибо большое за просмотр. Всем пока-пока.